Я рад, что Андрей сегодня, непростая для него игра была, молодчик проявил характер и помог команде, это важно. Ну и Ваньку и с победой, и умного, и с 400-й игрой. Настоящая команда победа. Хотел шар подать, но раз у Игума такой юбилей, Игум. Все, молодчики, мужики, давай отдыхаем, и тяжелый выезд будет. Готовимся. Давайте, молодчики, с победой. Ну, хорошие две команды, да, встречались, которые преимущественно играют в атаку, да, стараются не отдавать шайбу просто так, держать ее, через пас больше играть. И очень рад, что нам удалось победить. Да, в этой непростой игре очень важные два очка для нас. Надеюсь, что с этой победой над непростым соперником мы начнем больше добавлять во всех аспектах. И самое главное, больше уверенности у нас, наверное, уже придет. У тебя была некоторая пауза перед этой игрой. Сам как оцениваешь и свои кондиции, и в целом, как подошел к ней? Да как, пауза была игровая, конечно, но я же не сидел сложа руки, упорно работал на тренировках, ждал шанса, да, вот он предоставился, и самое важное было это головой подготовиться психологически, и если смотреть на табло, то вроде как это получилось. Иван, поздравляю с победой и с 400-й игрой в КХЛ. Как эмоции и вкратце по игре? Хорошая игра, интересная, много было игры в большинстве, в меньшинстве, отлично отыграли, и, ну, в меньшинстве не пропускали, по-моему, в большинстве забили. Хорошая, интересная игра. Здорово, что выиграли. У нас сегодня был очень мощный, очень ударный второй период. Там и реализация тоже была. С чем тоже связано, можно связать возвращение вот этих ударных периодов вторых, именно когда мы резко прибавляем в них? Наверное, быстрее передачи находим под синюю линию в чужую зону и стараемся больше контролировать шайбу там. Наверное, поэтому и идет такой результат во втором периоде.